слушайте, как раз мне надо будет идти сюда, да? Вот. Да. Как раз, что ты заведешь одну туда, вторую туда, а третью уже где-нибудь. Если я бабушка, если согласится куда идешь, то вот ее тоже подошла. Да, отлично. Она сидящая. Ну, это что? Если согласится. Это я туда складываю. Don't you mind? Ну пропуск. Так что, ну что он там нафиг? Я со своей семьей, с невесткой, сыном, с дочкой 13 лет, с бабушкой старенькой. Находимся в общежитии. Бежали с Сартаны под взрывы бомб. Снаряды падали нам на голову прямо. Спасибо, нас эвакуировали в безопасное место. Но мы в чем были в подвалах, то мы сбежали. Мы сейчас нуждаемся во всем, потому что что люди добрые и Красный Крест помогли, то мы и одеты, и обуты. Нам очень, в данный момент нам очень сильно надо лекарства и средства гигиены. Мы здесь находимся с первого дня, как начали бомбить. У меня 7 деток, я одна, то есть мы без ничего сюда пришли, и здесь нам помогают. То есть мы нуждаемся в питании, в одежде, в батарейке, все возможное, что нужно как бы для повседневного. Чем можете, конечно, помогите, будем очень рады. Продуктов вам? Ну, тяжело, очень тяжело, потому что людей очень много, а особенно деток очень много, поэтому, ну, да, 2 в день уже. Но, конечно, деткам не объяснишь, им нужно там фрукты, какие-то вкусняшки, там, не знаю, ну, деток нужно кормить, а взрослые так, конечно, перебиваются. Памперсы, смесь. Да, это все надо, потому что деток у нас и роженица, и вообще маленьких деток очень много, и в этом нуждаются очень детки. Питание, смеси, памперсы. Да, средства личной гигиены, да, очень нужно. Не хватает мыла, щеток, зубных паст, от этого вообще у нас ничего нет.